помимо стандартных листов гипсокартона, есть еще и малоформатный лист. Он такой же толщины 12,5 мм, но более удобного размера – 60 на 150 сантиметров. В каком случае вам может понадобиться такой малоформатный лист? Ну, во-первых, если вы строите небольшую гипсокартонную конструкцию. Во-вторых, если вы собираетесь сэкономить на доставке и не заказывать большую грузовую машину. И, в-третьих, если вы работаете один. Потому что такой лист не только меньше по размеру, но и меньше по весу. Ну, это не наш вариант. Мы должны все успеть за 72 рабочих часа, поэтому обычно на такую работу я ставлю двоих людей.